начали там говорить, что Леша вот так, так, вот так. Вы знаете, я его очень давно знаю, с первого прихода сюда, как я сюда появилась на доме 2, а я здесь прожила почти 1,5 года, как говорится, ну, не все время, но находилась. И я вам хочу сказать, что это настолько добрый, настолько порядочный человек, но при всем том, когда девушки ему попадаются, вот такие, как Милена, если бы у нее было больше мозгов... Подожди, я что хочу, то и говорю. То у них было бы все нормально, но вот эти все фокусы, выкрутасы, они ни к чему не приводят хорошему. И вам тоже, я девочки говорю это. Я взрослая женщина, поверьте мне, надо все-таки немножко думать и уважать своего. Мы замужем. Это что такое? Это замужем. Таня, береги Лешу. Я поняла, что ты уже наконец-то поняла, как с Лешей себя вести. Вот, и все у вас будет хорошо. Я у вас еще на свадьбе.